Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В недавнем ток-шоу состоялось очередное голосование на вылет. Претендентами на уход стали Алексей Марченко и Маша Кахно. Голоса участников разделились поровну, но Алексей заявил, что идет сам, тем самым он дал возможность Маше Кахно остаться. Из новеньких участников проект покинула Александра Невская. Денис Ковалев остается строить любовь. Распалась пара Никиты Шалюкова и Олеси Клочко. Девушка предложила ему разорвать отношения. Она считает, что у Никиты к ней нет эмоций, да и сама она тоже перегорела к нему. Лилия Читрару и Фил Кострубов стали парой. Об этом они объявили на Лобном. Ведущая в новостном выпуске «Дома-2» рассказала, что Кострубов поспорил с Чайчицем, что он за неделю уложит Лилю в постель. Ночной разговор парней подслушала Лиза Триандафилиди. Марина Африкантова поддержала Лилю, которая находится сейчас в такой сложной ситуации. Девушки развеялись на выезде и накупили много новых вещей. Майя Донцова, которая недавно помирилась с Алексеем Купиным, уговорила его вернуться к ней в VIP-дом. Ребята заселились в новую комнату. Ксения Бородина опровергла слухи о своем уходе с поста ведущей «Дома-2». Она признается, что устает от съемок, но не может отказаться от высокой зарплаты и от почетной должности на федеральном канале. Тем более, что закусочная, которую она недавно открывала, прогорела. В недавнем эфире показали очередную ссору между Лерой Фрост и Захаром Соленко. Вскрылась интимная переписка Валерии с другим парнем. Она пыталась оправдаться, но Соленко наотрез отказался поверить в то, что это было давно. Сергей Кучеров пожаловался, что не чувствует от Юлии Ефременковой тепла и ласки. «Даже элементарное объятие случается редко», – пишет он. «Два раза в день обнять – это прям пик ее нежности». Вера Курочка недовольна своими отношениями с Петром Шепелем. Она пишет о том, что ей с Петей сложно, из их отношений ушла легкость. На недавнем ток-шоу ведущие разбирали вопрос алкоголизма Майи Донцовой. Ирину Донцову это возмущает. Женщина считает, что на проекте нет настоящих искренних отношений, и поэтому организаторы вынуждены выносить на обсуждение такие шокирующие темы, иначе конкурс получается без перечинки. Ольга Рапунцель стала мало публиковать снимков в Инстаграм. Сейчас они с Димой Дмитренко заняты переездом на другую съемную квартиру. Вика Романец показала, как она похудела. Девушка 3 недели ежедневно занималась спортом. Рустам Солнцев и Саша Артемова принимали участие в съемках для канала РЕН-ТВ. Лиза Шароха анонсирует свое интервью, которое скоро выйдет в журнале «Дом-2». Она расскажет о родах и о своем мужчине. «Дождитесь выпуска», – пишет она, – «и не делайте выводы из воздуха. И кто пишет гадости, наконец-то закроет свой рот». Сергей Сичкар досрочно вышел из тюрьмы. Он снял эксклюзивное видео с мамой. Многие ему сочувствуют, пишут, что он изменился, постарел, даже голос стал не тот. Ему советуют идти на проект. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.